Здравствуйте! Сегодняшний наш урок посвящен построению графика квадратичной функции. Некоторые до сих пор строят график квадратичной функции с помощью таблички и долго вычисляют значения. Мы научимся строить график квадратичной функции легко и просто. Итак, квадратичная функция – это функция вида ax квадрат плюс bx плюс c, где a не равно нулю. Графиком функции является парабола. Для построения графика любой параболы для начала нам нужно научиться строить график функции y равняется x квадрат. Если x равняется нулю, то y равен нулю. Первая точка – 0, 0. Клеточка влево-вправо, одна наверх, так как единица в квадрате и минус единица в квадрате – это единица. Две клеточки влево-вправо – 4 наверх, потому что 2 и минус 2 в квадрате – это 4. Три клеточки влево-вправо – 9 наверх. И соединяем построенные точки. Итак, мы будем строить график функции по точкам. Первая 0, 0, клеточка влево-вправо 1 наверх, 2 клеточки влево-вправо 4 наверх, 3 клеточки влево-вправо 9 наверх. Если вам нужны еще остальные, 4 клеточки влево-вправо, соответственно 16 наверх. Дальше нужно помнить, что график функции y равняется минус x квадрат. Получен из графика функции y равняется x квадрат в результате симметрии относительно оси ox. И то, что график функции y равняется ax квадрат, получается из графика функции y равняется x квадрат в результате растяжения в модуль a раз вдоль оси oy. Посмотрим это на конкретных примерах. Итак, первое. Строим график функции y равняется минус x квадрат. То есть график функции y равняется x квадрат ветви параболы были направлены вверх, а здесь у нас из графика функции y равняется x квадрат в результате симметрии получится такой график. Первая точка – 0, 0. Клеточка влево-вправо у нас была одна клеточка наверх, а здесь клеточка влево-вправо – одна клеточка вниз. Две клеточки влево-вправо – 4 вниз. Три клеточки влево-вправо – 9 вниз. И получится вот такой график. Y равняется минус x квадрат. Следующий. Y равняется 2x квадрат. Это растяжение графика функции y равняется x квадрат в 2 раза вдоль оси oy. Итак, первая точка 0, 0. Клеточка влево-вправо должна была быть 1 вверх, а будет 2. Две клеточки влево-вправо должно быть 4 вверх, а будет 8. Ну и хватит. Строим график функции. Y равняется 2x квадрат. Следующий график функции y равняется минус 1 треть x квадрат. Это из симметрии относительно оси ox и растяжение в 1 третью раза вдоль оси oy. Начинаем. Клеточка влево-вправо должна быть 1 вниз, а будет 1 третья. Я сразу три клеточки влево-вправо возьму следующие. Три клеточки влево-вправо должно быть 9 вниз, а будет в 3 раза меньше, 3. 4, даже можно, ну ладно, 4 клеточки влево-вправо должно быть 16 вниз, а будет 5,1 третья. И получается вот такой красивый график. Как мы видим, чем больше значение модуля k перед x квадратом, тем график расположен ближе к оси oy. Теперь мы будем строить полностью график функции y равняется x квадрат плюс bx плюс c. Для этого достаточно два пункта плана. Первое – это найти координаты вершины. Координаты вершины находятся следующим образом. X нулевое – это минус b разделить на 2a. Очень легко запомнить, потому что это корень квадратного трехчлена при значении дискриминанте равном нулю. Y нулевое просто подставить вместо x значение x нулевое и вычислить значение y нулевого. Второе. В новой вспомогательной системе координат, а новая система вспомогательной системы координат у нас будет проходить через точку x нулевое, y нулевое, это будет начало координат, построить график функции y равняется ax квадрат. Итак, пример. Y равняется x квадрат минус 6x плюс 7. Это квадратичная функция. Графиком ее является парабола. Первым действием находим координаты вершины. Х нулевое минус b разделить на 2а. b у нас минус 6, значит минус b будет 6. 6 разделить на 2 – это 3. P
Подставляем вместо x значение x нулевого и считаем значение y нулевого. 3 в квадрате минус 6 умножить на 3 плюс 7 равняется минус 2. И строим точку с координатой 3, минус 2. 3, минус 2. И от этой точки, я даже не буду строить новую систему координат, прямо от этой точки начинаем строить по клеточкам нашу параболу y равняется x квадрат. Клеточка влево, вправо, 1 наверх. 2 клеточки влево, вправо, 4 наверх. 3 клеточки влево, вправо, 9 наверх. И соединяем точки. Получили график функции y равняется x квадрат минус 6x плюс 7. Следующий график функции минус 2x квадрат минус 8x плюс 1. Первым действием находим координаты вершины. X нулевое равно минус 2, y нулевое подставляем. Обращаю ваше внимание, что минус 2 к x квадрату не имеет никакого отношения. То есть так, минус 2 мы умножаем на минус 2 в квадрате. Итак, минус 8 минус 2 умножаем на минус 2 плюс 1 равняется 9. И строим первую точку с координатой минус 2, 9. Минус 2, 9. И от этой точки начинаем строить график функции y равняется минус 2x квадрат. Это и симметрия, и растяжение вдоль оси у y. Клеточка влево, вправо, 2 вниз. Должна была быть 1, а будет 2. 2 клеточки влево, вправо, должно быть 4 вниз, а будет 8. Первая, вторая. И строим график функции. Получили график функции y равно минус 2x квадрат минус 8x плюс 1. Следующий график функции. Не всегда получаются целые значения. Нам абсолютно все равно, когда мы строим это по клеточкам. Итак, y равняется x квадрат минус 3x минус 5. X нулевое равно минус b разделить на 2a. 3 вторых 1,5. Подставляем 1,5 вместо x и считаем значение y нулевого. Минус 7,25. Итак, строим точку с координатой 1,5. И 7,25, то есть клеточку, то есть 7, минус 7 отмечаем и делим примерно клеточку на 4 равные части, берем одну такую часть. Клеточка влево, вправо, 1 наверх. 2 клеточки влево, вправо, 4 наверх. 1, 2, 3, 4. 3 клеточки влево-вправо, 1, 2, 3, 9 наверх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь точно так же. Соединяем точки и получаем график такой функции. Я надеюсь, что вы увидели, как легко и просто строить график функции y равняется ax квадрат плюс bx плюс c, зная вот такие нехитрые правила.